Зато мы видим совершенно необычную картину. Добрый вечер, юбилейный. Извините, что прервал танец группы поддержки, но для меня это очень важно. Мы с тобой столько лет вместе. 7 лет вместе. Какой трогательный момент. Талисман питерского клуба, которого все знают как льва, сорвал с себя маску и решил признаться в любви одной из девушек из группы поддержки. Да. Отказать после такого предложения руки и сердца просто невозможно. И баскетболисты «Зенита» сегодня просто обязаны сделать подарок по случаю помолвки двух счастливых и красивых молодых людей, имеющих самое непосредственное отношение к клубу. Букет цветов. Поздравления, пожелания счастья. Юбилейный увидел то, что на баскетбольных матчах увидишь нечасто. Но для баскетболистов «Зенита» сейчас главное не отвлекаться на столь приятную церемонию.